приехали в Иваньково, Сушилар. Для Ютуба. Будем вас рекламировать, да. Потихоньку. Такие ценники, холодные роллы. Сколько вы сказали с нас? Видно, не видно. Ну, посмотрите. Ну, потому что за стеклом, а что за стеклом. Мы здесь первый раз. Берем на пробу. Ну, судя по всему, что заведение работает уже больше 3 месяцев. Я думаю, не отравимся. Начало лета, оказывается. Вот. Даже более 3 месяцев. Ладно, попробуем, расскажем. Ну, наши, в общем-то, соседи по поселку сегодня выложили, что кто-то что-то уже покупал, всем все понравилось. Вот и мы решили попробовать, побаловать себя. Ну, надо иногда. Тем более, что у Игоря сегодня с понедельника отпуск. Надо как-то это дело сделать. Ну, вот купили мы пиццу в Суши Лаб. Это их Суши-лап пицца с курицей, с ветчиной, с помидорами, с грибами, ну и сыр. Всего Иванькова. Да. Вот. Купили роллы. Именно роллы. Филадельфия и лососем. Вот. Сейчас будем пробовать, что это такое, как могут готовить здесь. Иногда говорить свои впечатления. Даже очень часто, приезжая в провинцию, находишь такие места, где готовят гораздо лучше, чем в Москве. Вот. Хотя в Москве бывает разрекламированная сеть каких-то там закусочных, кафе, ресторанов, но приходишь и разочаровываешься. Сейчас попробуем, что это такое. Начнем с пиццы. Сыра не пожалели, прям вот хорошо насыпано. И курица достаточно, вот она видна, вот, может быть, вам не так видно, вот у меня курица, вот у Игоря. Тесто тонкое. Хорошее. Вкусно. И тесто хорошее, вкусное. Это у них фирменная пицца. Как называется? Суши Лаб. Ценник за маленькую. 450, по-моему, да? Да. Ну, вот за эту пиццу 450 рублей. Вот за все это мы заплатили 880 рублей. Край прожаренный. Готовилось это все при нас. То есть мы там гуляли на 20-25 минут, что-то так. Ну, не больше полчаса, да? Угу. Ну, гуляли там рядом, они на территории какого-то строительного рынка. Ну, такой рыночек маленький совсем. Ну, мы нашли для себя, что там посмотреть. Купить, конечно, мы ничего не купили там. Кроме вот... Ну, мы и ехали туда только за этим. Пицца мне понравилась. Смотрим, пробуем роллы. Кстати, не так давно, ну, месяц назад я заказывала Додо пиццу, по-моему, да, у нас? Да. Ну, московская. Да, московская сеть пиццерий. И что-то вот после, когда только они открылись, у них была хорошая, прекрасная пицца. А вот последний раз нам привезли, но скушать мы ее скушали, потому что были очень голодные. Вот. Но удовольствия, скажем так, не получили. А эту я ем с удовольствием, вкусная пицца. Вы пробуете, как называется? Филадельфия. Филадельфия. Должно быть креветки.
Вот с креветкой. Ну и как? Неплохо, я скажу, неплохо. Рис достаточно проварен, не как резина. Рыба, не знаю, насколько она свежая, но соли там достаточно. Сейчас мы налил, сейчас вам покажу. Вот такая. Второй как называется? Я не помню. Просто ролл классический. Пробуем второй. Как бы с креветки должен быть. Мы едим пиццу и роллы, а наши котята пьют молоко из мамки. Мне показалось, или сейчас, то немножко, как говорят, резиновый рис. Ну, рис, наверное, одинаковый. По идее, это да, должен быть. Но там хорошее, а здесь? Здесь, может быть, сама нори придает такой вот. Нори это... Я не умею есть палочком, поэтому я вилкой. Нет, это вот эта оболочка, чем обернута, нори. Она нори добавляет такую. Ну, она и должна быть такой. Слегка резиновой. Берег хороший. Ох, остренький. Я люблю вот горчицу. Нашу горчицу не сравнить. Нет, мне нравится, вкусно. То, что мы взяли, все достаточно съедабельно. За остальное говорить не будем. Говорят, что у них есть доставка. И в зависимости от объема заказа, возможно, доставка даже бесплатно будет. Так. Сейчас немножко в сторонку отодвинем. У нас есть продолжение сюжета о вяленых помидорах. У нас с двумя банками произошел вот такой конфуз. Работа над ошибками. Сейчас все расскажем и объясним, что и как это получилось. А мы приехали. Давай банки тебе тоже покажи, только закрой. Вот. Вы напомните, мы закрывали баночки. Вот эти все баночки, это соус. Вот еще вторую, да, если. Эти все баночки хорошо закрыты. Вот. Эти все хорошо закрыты, а вот эта вот банка и вот эта такая же была. Я приехала, просто у меня, а мы их оставили на столе, просто ручей масла. Ну, из-под этой банки я видела. Я ее решила открыть. Она, вот видите, все вышло. То есть банка начинала закисать. Ну, может быть, если бы была температура на улице более высокая, то она бы и прокисла, мне пришлось выбросить. Но это не прокисло. Сейчас я открою эту банку, увидите, что произошло. Произошло это потому, что мы закрывали, заливали помидоры горячим маслом. А надо все-таки почти кипящим. Вот эти банки залиты кипящим маслом. И вот видите, с ними все хорошо. А эти баночки, ну, вот оно не продавливается, но это за счет того, что туда продавливаться уже некуда, тут все уже заполнено продуктом, а самое не хочу.
Вот, видите? И масло прям выдавливается оттуда. И вот оно все вытекает. Но это продукт не пропавший. Мы сегодня из него сделаем. Что мы сделаем? Я сегодня его добавлю в тушеное мясо. Добавлю, может быть, к борщу, который буду готовить. Ну, в общем, буду еще делать фаршированный перец, тоже туда добавлю. Так что пропасть это не пропадет, ни в коем случае. Вот. Кислым оно не пахнет, оно пахнет помидорами и чесноком. Так что на будущее, когда будете делать вяленые помидоры, заливайте практически кипящим маслом. Да, один помидорчик, на который вы будете лить, он практически поджарится у вас. Но ничего страшного с ним не случится. Он останется у вас в банке, будет вяленый-жареный помидор. Ну, одна половиночка. Зато все остальные будут стоять вот так хорошо. Вот видите, у меня вся рука в масле. Вот такие вот ошибки у нас бывают, неудачи. Но без этого консервации не бывает. Как правило, хоть одна банка, ну, как говорят, взорвется, откроется, пухнет. Ну, кто как. Самое главное, работа над ошибками мы делаем, разбираем эти ошибки и исправляем, чтобы те люди, которые пойдут по нашему пути, не получилось, что они испортили вот этот продукт. Ну, масло очень ароматное, кстати. Масло мы сольем, в салатки будем добавлять. Только неделю простояло, а уже запах. Вот это у нас с базиликом банка, а это без базилика. То есть это говорит о том, что не повлияло то, что без базилика или с базиликом. Вот как раз повлияло только то, что масло было не сильно горячее. Вот такие вот проблемы возникают. Но это все решаемо, это совершенно не страшно. Ну, на этом, наверное, наш сюжет закончен. Что-то вам нравится, что-то не нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите, любое ваше мнение нам интересно. А мы продолжим есть пиццу. Вот такие вот у нас происходят события. До свидания.